«Алиса в стране чудес». Вот, я вылез, вот, посмотрел, это увидел. Какое-то мне, ну, не то что потрясение, я мечту осуществил. Я увидел и уже после этого как-то вот успокоился. И когда нашел назад, я оторвал кусок стены, забрал с собой. И надо мной, когда я же привез его. Мы поддерживали и ликвидацию этой разделительной линии, и объединение немецкого народа, несмотря на возражения некоторых. Они тоже не хотят нас там ни стрелять, ничего.